Yeah. Аванса влетел в казино, разъебался казино, раздал две тысячи игрокам. Поднимайся номинал, мэн, подпишись на канал. И всем привет, дорогие подписчики! Как мы видим, Black Russia активно развивается и очень часто выпускает новые обновления, все с новыми и крутыми плюшечками, очень крутыми винилами, работами и так далее. Сегодня вышла обнова в 5 утра, а я вам уже хочу показать спойлеры следующей обновы. Вы готовы к этому? Это будет довольно интересно! Не забывай, что если ты хочешь со мной начать играть на Black Russia сервере Red, то скачивай игру по ссылке в описании, вводи мой ник в поле пригласившего и при достижении второго уровня вводи мой топовый промокод Alonso. Это все даст тебе очень много плюшечек. Я думаю, пора показать вам победителя на 1 миллион виртов на сервере Red с прошлого видеоролика, который, кстати, нам дал тот миллионерчик. А именно Сантьяго Фенди, и давайте скажем спасибо ему, ведь именно благодаря ему кто-то получил на шару 1 лям. Ну давайте же выведу на экран победителя, и мы поздравим его. Я немного подумал, и так решил, что 2 победителя будет очень топово, ведь 1 это слишком маловато для такого количества комментариев, лайков и подписок. Я выбрал 2 победителей, и сейчас вы видите их на экране. Я вас поздравляю, вам нужно отписать мне ВКонтакте с всеми доказательствами. А в этом ролике я запускаю конкурс на 50 русских рублей. Я вам задоначу их в игру, либо скину на Киви. Вам всего лишь нужно подписаться на канал, поставить лайк и прожать колокольчик. А мы будем лететь к ролику и смотреть спойлеры следующего обновления. Приятного просмотра! Давайте же приступим к обновлениям. Многие уже видели, что сегодня утром, а именно в 5 утра, залили новую обнову. Это новую работу, такую как ферма, новые бизнесы, такие как чип-тюнинг, тонировка и подвеска. Кстати, поздравляю тех людей, которые их словили, ведь прибыль с бизнесов за эти 24 часа будет просто бешеная. А еще в следующем обновлении добавят, ребят, рулетку, скрины на экран я позже выведу. Улучшат функционал семей и добавят транспортные средства для семей. Ребят, вы представляете, теперь в семьях будет хоть смысл находиться. Можно будет спавниться в доме и, блять, ну вот как в обычном сампе, спавнить себе тачку, которую купит, в принципе, создатель семьи, на которую будут скидываться все члены семей. Это будет очень топово, я считаю так. А вы так считаете? Если ты так считаешь, то напиши это в комментариях. И у тебя будет шанс выиграть 50 рублей в следующем видеоролике. Ладно, хремодеть, вывожу вам на экран скрины рулетки. Как мы видим, это будет стандартная рулетка, но с очень крутым дизайном. В ней можно будет выиграть опыт, деньги, машины и много всяких плюшечек. Ими можно будет, скорее всего, трейдиться и перекидываться. Ну, скорее всего, кроме опыта и... Ну и кроме опыта и все. А, и можно будет выигрывать, конечно же, випки. Вот это самая топовая тема. Можно будет покупать випку не за 2000 рублей, а просто выиграть ее в рулетке. Как вы думаете, будете ли вы крутить рулетку, когда она выйдет? Это все, что я смог найти для следующего обновления. Я думаю, этот видосик заслужил лайка, подписки и колокольчика, ведь за это можно выиграть 50 рублей на шару. Еще раз поздравляю победителей по 500 тысяч, прошу вас отписать мне ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!